Паша Першиц – талантливый охотник на лис. При этом ни одно животное от его ружья не пострадало. Потому как и ружья у него нет, да и лисами еще с 20-х годов называют армейские радиопеленгаторы. Тогда же в Великобритании и появился такой вид спорта, как охота на лис. В СССР он прижился только в 60-х. Сегодня в России у него немного поклонников, но те, что есть, профессионалы мирового класса. Павел Першиц и его команда привезли в Самару победу. На юношеском первенстве в столице Норвегии – Осло. Они набрали больше всех очков и прошли дистанции за кратчайшее время. Победа не повод останавливаться на достигнутом, поэтому тренировки у ребят продолжаются. Тем более, что столкнувшись со сложностями, нужна дополнительная подготовка. В норвежских лесах очень много болот, камней, очень сложно бегать, очень много гор, разный рельеф. Бежишь, дышишь свежим воздухом и получаешь полезный опыт. Не спорт, а удовольствие. В охоту на лис мальчика несколько лет назад привел отец. Сыном победителем гордится, но, конечно, по-отечески переживает, ведь спорт связан с травматизмом. В Норвегии последний раз был, залез, говорит, в колючки, хотел сократить путь, залез в колючки, в крапиве весь ободрался, все щипит, прибежал, говорит, весь красный, с этими, в крови, по локоть в крови. Ну ничего, бегает нормально, нравится, ничего этого, не боится. Тренер команды Алексей Абрамов почти 30 лет воспитывает новые поколения радиопеленгистов. Сам начинал, когда аппаратура весила десятки килограммов, и тащить ее приходилось вдвоем. Одно дело, я вот эту штучку прячу, я ее закопал в листья, и все, это рядом повесил там КП для отметки. Вот. Тут надо двух человек спрятать с кучей техники. Ну, это кто как, кто под маскировочную сетку, кто под листву, кто как мог, чтобы лишний раз не демаскировать. Паша Першиц в юношеских соревнованиях принимал участие в последний раз. Ему 16, а значит, дальше его ждет уже профессиональный спорт, где конкуренция высока. Поэтому все лето он планирует провести в тренировках, чтобы попасть во взрослую сборную. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.